Мы по-прежнему находимся в винодельне Кармезан. Здесь огромные бочки. Вот это примерно в диаметре, наверное, где-то 1-2 метра. Даже выше, наверное, меня. Да, вот я стою. Примерно 2,20. Тут выдерживается вино и коньяк. Вино 14 лет. Выдержки и коньяк даже 40-летний есть. А до этого были жестяные емкости, которые вы видели, они были больше. Но здесь вот в бочках.